Тепло, поздравить родных с праздником или пригласить друзей на прогулку. В день рождения города Щелково действительно важным для жителей становится общение с близкими людьми. Проект «Весь город в твоем смартфоне» по-настоящему рядом. В день праздника представила компания «Мегафон». Более 5 часов на площади Ленина работала интерактивная площадка, на которой каждый желающий мог оценить возможности высокоскоростного мобильного интернета 4G+. Сегодня все посвящено тематике Дня города, и, конечно же, мы хотим, чтобы наши гости, они делились между собой своими фотографиями, обменивались сообщениями, делились эмоциями с близкими, с друзьями с помощью нашей технологии 4G+. Когда слышишь выражение «моментальное фото», представляешь камеру Polaroid, но никак не качественную фотопечать. На площадке «Мегафон» вот такая фоторамка готова была вместить воспоминания о празднике, украсить пост в Инстаграме, и спустя буквально минуту уже готовое фото появлялось из инстапринтера. Мне очень понравилось то, что очень быстро фотография тут же готова. Хэштег выложили, тут же все это по мобильному интернету, 4G, оно моментально. 2 минуты, фотография готова. Вот мы сегодня зашли на площадку к «Мегафону», познакомились с новыми интерактивными технологиями, нас еще засняли на память. И вообще приятно, что такие высокотехнологичные мероприятия проходят. Самые юные жители могли испытать себя в киберспортивных гонках, показать фигуры высшего пилотажа на виртуальных болидах. Принять участие вот в такой виртуальной гонке на интерактивной площадке «Мегафона» мог каждый желающий. Максимальную скорость гоночных болидов в режиме реального времени обеспечил высокоскоростной мобильный интернет 4G+. Игра хорошая, интернет не тормозит. Игра хорошая, я думаю, интернет нормальный, не глюч ничего. Ну и, конечно, не обошлось без призов. Занимательные конкурсы для детей и викторины, во время которых каждый мог проверить свои знания о мобильном интернете. Когда была открыта первая базовая станция «Мегафон» в нашем городе, соответственно, в городе Щелково? В год основания города, в 2003 году, либо в 2000 году в честь миллениума. В 3-м году. Вот эта сим-карта для вашего планшета с безлимитным 4G интернетом от «Мегафон». Все, можно сразу пользоваться. В день праздника, когда телефон буквально разрывается от поздравлений, а в социальных сетях оповещение приходит ежесекундно, очень важно постоянно быть на связи. Об этом в день города Щелково «Мегафон» позаботился заранее, увеличил скорость передачи данных в сети 4G+. Ее максимум около 150 мегабит в секунду, превышает некоторые показатели даже домашнего интернета. Протестировать скорость передачи данных на современных гаджетах мог каждый желающий. Здравствуйте, сегодня компания «Мегафон» предоставляет возможность протестировать 4G+, интернет. Ну, вот, в принципе, сами можете протестировать приложение SpeedTest. Насколько можно судить по этим гаджетам, у меня нет устройства, чтобы протестировать самому. Скорость достаточно неплохая, даже в некоторых моментах соответствует домашнему интернету. Ну а чем заняться, когда буквально весь город у тебя в смартфоне? Делиться впечатлениями, фотографиями и видео с друзьями, играть в игры или просто серфить по интернету – каждый выбирает сам. Так что с уверенностью можно сказать, в день города Щелково праздник был везде и по-настоящему рядом.